Саженцы горца, стеблеобъемлющего Pink Elephant, Persicaria amplexicollis, многолетнее растение, которое цветет с июля по сентябрь месяц, достигают в высоту не более 40 см, а в ширину не более 40 см. Растение не требовательно в выборе земли. Главное, чтобы не происходило застоя влаги. В период засухи необходимо обеспечить своевременный полив. Pink Elephant лучше всего сажать на солнечных пространствах, но также хорошо выдерживает и полутеневые места. Цветет плотно прижатыми друг к другу цветочками на самой верхушке стебля. Цветы имеют насыщенный розовый цвет. На зиму укрывать горец не требуется. Персикария, горец, стеблеобъемлющий Pink Elephant, это травянистые высотой 35-45 см, диаметром 30-40 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь. Окраска цветка розовая. Лист растения по форме ланцетный. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.